Готовь теплосети летом. В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону. По всей области в этом году обновят около 70 километров теплотрасс. Это не менее 140 километров труб. Из них только в региональной столице модернизируют теплосети протяженностью порядка 27 километров. Это стало возможным благодаря вхождению Самары в ценовую зону теплоснабжения, переходу на модель «Альтернативная котельная» и увеличению финансовых вложений. Сейчас в работе 12 участков. После 15 июня подрядчики возьмут в работу еще 20. А в конце месяца к ним прибавится еще 22 адреса. Таким образом, количество участков перекладок тепловых сетей может увеличиться до 58. Об этом стало известно на городском оперативном штабе под председательством первого вице-мэра Владимира Василенко. И в понедельник, к исходу дня, у меня вся проблематика по доп. Объемам, который мы сейчас проговорили, должна быть. Так, 11 июня для перекладки теплотрасс на проспекте Кирова, на перекрестке улиц Мяги и Мариса Тереза, а также на пересечении улиц Печорской и Авроры ограничат движение автомобилей и общественного транспорта. Меры коснутся следующих отрезков. На пересечении улиц Мяги и Мариса Тереза. Движение транспорта по улице Мариса Тереза будет полностью закрыто. Для объезда возможно использовать улицы Партизанскую, Гагарина, Революционную, Волгина, Аэродромную. На пересечении улиц Печорской и Авроры. Движение транспорта по улице Авроры будет полностью закрыто. Для объезда можно будет использовать улицы Гагарина, Революционную, Советской Армии, Карвашева, Антонова-Овсеенко, Гаражную. За длинные выходные работы будут окончены, и к началу новой рабочей недели дороги откроют. А на проспекте Кирова полностью перекрывать движение не будут. Там обустроят выделенную полосу. Таким образом, с 12 ночи 11 июня до 4 утра 17 июня движение здесь будет ограничено лишь частично. Для объезда рекомендуется использовать улицы Ветлянскую, Кабельную, Береговую, Земица. Также в эти дни на проспекте Кирова будет закрыто движение трамваев 8 и 25 маршрутов и троллейбусов номер 8, 12 и 13. Они будут доезжать до своих узловых станций, которые находятся на Заводском шоссе. В связи с этим специалистами нашей службы пути будут произведены работы, связанные с демонтажом рельса, с демонтажом шпала. Потом, ближе к 15 числу, когда данная работа полностью все выполнена, опять наши специалисты уже приступят к монтажу. Также будет уложены новые шпалы, также будут установлены рельсы. При этом замена изношенных трамвайных рельсов идет в разных районах города. Работы были предусмотрены и на путепроводе Кировский. А на этой неделе специалисты муниципального предприятия ТТУ начали ремонт на Новосадовой в районе самарского филиала Третьяковки. Работы по замене рельсошпальной решетки будут выполнены в оба направления на участке в границах проспектов Масленникова и Ленина. Для удобства горожан трудятся по ночам. Планируется и обустройство остановок с повышенным уровнем платформы, чтобы горожанам было удобнее выходить и садиться в вагоны. Работа на особом контроле городских властей. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.